Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новой онлайн игрой. Называется RenPlay.com. Ну, а здесь, если перевести на русский, постучись в мою дверь. Подарок дает 10 за регистрацию вот этих монет, местная монетка у них. И работает игра 2 дня. Зашла я в нее вчера. Участников 758 человек. И вчера выводы вообще было все по нулям. Сегодня, как видим, уже пошли первые выводы. Депонировано, ну, вот что это в монетах, наверное, вот в этот, в местных. Как бы, да? Ну и здесь это все можно прочесть. Я не буду это все читать, если кого заинтересует. Можно все это перевести на русский и изучить, почитать этот магазин. Ну, как обычно, вот онлайн-игра. Можно, конечно, здесь начинать абсолютно без вложений, но без вложений. И это, конечно же, очень все будет долго. Последние депозиты и выводы идут. А так это инвестиционная игра. Не забываем о том, что все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Никогда об этом не забывайте. Значит, ну и по регистрации. Если кого заинтересует, вот здесь можно пройти эту домашнюю страничку, вот покликать по вкладочкам, да? И почитать, значит, интер. Она немножко подгружается очень долго, и боюсь, что видео будет немножко затянуто. Вот так вот видим, да, она как бы... Random называется. По регистрации там, в принципе, все просто. Здесь сразу как бы появляется логин. Вы Sign Up здесь нажимаете. Зарегистрироваться. Прописываем username, email, 2 раза пароль. Разгадываем капчу. Кликаете «Игратый аккаунт». После чего появится вкладочка, что вы зарегистрированы. Кликаете на логин. И попадаем мы в кабинет. Язык здесь только английский. Можно присоединиться к Telegram. Я еще ничего не присоединялась. Значит, после чего мы попадаем в кабинет. И здесь будет у вас руководство по игре. Такое окошечко выпадет. Как бы кликаем все далее, далее, далее. До того момента у вас будет бонус 10 вот этих местных монеток при регистрации. И нужно купить вот это сооружение, как будто этот домик. Первый уровень. Это за бонусные деньги. Видимо, он как кликните. Что вы кликните? Так. И у вас появится вот такая вкладочка в самом конце. Вы кликаете «Yes». И ваши вот эти бонусные монетки становятся в работу и начинают приносить доход. Как вот у меня. Ну, чтоб тебя, чего-то не закрыть же. А, ну. Так, я кликнула, нет. Потому что у меня баланс ведь по нулям. И у вас появится вот такой вот домик. Этот домик нам будет на бонусные монеты приносить ежедневно 0.1 вот эта монетка. Ежедневно. Открываем. И вот как шкала вот эта загрузится. Она у меня, видим, еще не загрузилась. И мы будем собирать. Пойдет сбор, потому что я пробовала собирать. У меня ничего не собиралось, так как шкала еще не загрузилась. Значит, здесь просят установить двухфакторную защиту. Я ничего не устанавливала.
Далее что? По расценочкам. Так как это инвестиционная игра, естественно, значит, приносит нам вот это сооружение дома, чтобы это магазин, да, как бы каждая по 1%. Здесь 1%, 10 вот этих местных монеток. Следующий тоже под 1%, 10 монеток. Вот. Давайте переведем на русский. Следующее у нас сооружение идет, домик. Здесь уже 150 вот этих монет. Здесь идет тоже 1%. Далее тоже 150 вот этих монет под 1%. Далее по нарастающей идет 500 вот этих местных монет. 1,2% в день. То 600 монет также 1,2% в день. Ферма 1000 монет 1,3% в день. Порт 2500, 1,5% в день. Это вот все вот это можно как бы прочесть, да? Базар 2000 криптомонет 1,5% в день. Так, ветряная мельница 1250 вот этих монет 1,4% в день. Парк 800 монет 1,3% в день. Далее что у нас? 10 тысяч вот этих местных монет 2% в день. Железнодорожная станция 5000 вот этих монет местных 1,8% в день. Ну и все. Как бы, да? Пройти, главное, вот эту инструкцию, да, назовем так, и прикупить вот этот первый уровень у нас, да? Это базовое хранилище. В здании достаточно места для хранения различных ресурсов, что гарантирует, что ваша деревня останется хорошо снабженной и организованной. Вот 10 монет. Далее давайте пойдем по кладочкам. Значит, одна монета равна 10 центов. 0.1 доллар, да? Видимо, это панель приборов. Поставлю пока я на английский. Вот. И давайте, значит, эта панель приборов идет. Далее депозит. По порядку пойдем. Это показано, сколько участников в сети. 26 участников на данный момент находится в сети. Вот так вот оно загружается. Это будет очень долго, наверное. Пока оно тут все подзагрузится. Напоминаю тот, что это инвестиционная онлайн-игра. А все, что связано с инвестициями, никогда не забывайте о рисках. Я рискую своими монетами, своими денежными средствами. А вы же думайте сами. Как говорится, это дело хозяйское. Можно, конечно, без вложений, повторюсь, зарабатывать на ПТС. Но это, конечно, очень долго. Но и на бонусных вот этих 10 монет 0.10 в день будет приносить. Также это все будет очень долго. Вот. И инвестиции работают 200 дней. Как бы. Значит, и депозит можно в различных криптовалютах. Значит, в Tron минимальный депозит это 50 TRX. Значит, USDT. Значит, минимально вот здесь видим. Минимальный TRC20 10 USDT. Dogecoin. Также 10. Нет, минимум депозит 50 Dogecoin'ов. Да. Litecoin. 0.12 Litecoin'ов. BNB
минимальный депозит 0.3030, а это биткоин, да, 0.37 BTC Сатош, Интериум 0.2051 Интериум, Dash. Я ничего не, еще пока не депонировала. Все делаю в режиме онлайн. Минимум депозит в Dash 0.25 Dash. Это Stellar, по-моему, если я не ошибаюсь. XLM 70 XLM и BNB. У нас депозит 0.02 BNB. Я буду депонировать в тронах. Значит, смотрите. 50 вот этих монет, минимальный депозит, да? Оно мне принесет 58 вот этих RMC местных монет. И 58. Я тогда уже, вот здесь можно прописать вручную, подгоню 52 монеты. Сколько? 52 монеты мне принесет 61 монету. Значит, 6 построек я смогу прикупить. Значит, если 51 я поставлю, этого будет мало. 59, видите, капелька не хватает. Вот. И я сделала 52 монетки. Депозит. Как-то так. Пойдем по порядку. Сразу сделаю депозит. Я прописала сумму. Мне должно поступить на баланс 61 монета. РНЦ. Так. Значит, кликаю. Депозит. Видим, здесь нет дат, ничего. Сейчас меня перебросит. Значит, что мне здесь пишут? Дали мне вот этот адрес. Идет отчет таймера. За это время я должна пополнить. Здесь стоит 52 TRX. Здесь у нас... Что пишет? Скопируется. Сейчас мы его попробуем перевести. Здесь перевести выделенный текст на русский. Депозитная транзакция обычно подтверждается от 1 до 10 минут. Не отправляйте сумму ниже установленной вами суммы. В противном случае ваш платеж не будет одобрен. Когда вы отправляете большую сумму, вся отправленная вами сумма будет добавлена на ваш счет. Вот как-то так. Значит, надо скопировать вот этот адрес. Копирую. Адрес. Вот скопировано, да? Я перехожу на Tron. Обязательно проверяем все. Отправить. Прописываю адрес кошелька. Обязательно все проверяем. Next. Сумму 52 монеты. Так. Send. Я отправила свои монеты. Монеты отправлены. Теперь будем ждать депозит. Далее пойдем по вкладочкам. Пока депозит поступает, да? И тем более он так грузит. Монеты придут на кошельки. Депозит я вам показала. Вкладочка вывод. И вот так вот все подгружается. Монеты поступили на баланс очень быстро, как мы видим, да? Уже 61 монета у меня на балансе. Значит, смотрите, опять же таки, минимальный вывод. Здесь пишут
в тронах 10 криптомонет трон, и 10 вот этих монет это 8.53x. Значит, и 10 монет это у нас будет. Значит, чтобы 10 криптомонет трон, мы сейчас посмотрим, сколько надо набрать нам минималку на вывод. Если 12 монет, это у нас будет. Так, а 12 монет это 10.23x. Видим, да? 12 монет надо набрать минималку, чтобы сделать вывод. Так, далее что? Сюда будем прописывать адрес и выбирать криптовалюту, как бы, да, на вывод. Значит, в тронах 10 монет. ТРЦ-20 у нас 5 USDT ТРЦ-20. Dogecoin у нас 10. Также Dogecoin монет. Litecoin у нас на вывод идет 0.12 монет. Ethereum 0.2043. Bitcoin 0.30032 и BNB 0.02 монеты. Видим, да? Так, вывод я вам показала. Реферал. Находится наша партнерская ссылочка. И каждый раз... Так, да. Вот она. Наша реферальная ссылочка. И как бы она автоматически также копируется. Чуть ниже будут как бы отображаться наши партнеры. Настройки. Переходим в настройки. Также подгружается это все. Значит, здесь наша информация. Значит, здесь поменять пароль при необходимости. Здесь прописать нужно адрес. Значит, Tron TRC20, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, BNB. Как бы. И сейчас пропишем. Как видим, мне ничего я не прописывала. Опять же таки говорю, но делаю все в режиме онлайн. И я копирую адрес. Я прописываю вот сюда. Вставляем. И сохраняем. Yes. Страничка перегрузится. Опять загружается вот так. Очень это все немножко долго, да, на видео. Как я уже сказала, вы уж извиняйте. Видео немножечко затянется. Очень все долго. Пипец. Ну и кошелек у меня сохранен. Далее что? Настройки. Так, это далее переведем на русский. Сейчас переведется. Здесь игры есть. Значит, настройки обзора здесь нет ничего такого. Подземелье идет. Это игра.
Если хотите, можете пробовать играть. Я там вообще ничего не понимаю. И как бы, естественно, это за деньги, наверное. Я в игры не полезу, так как это инвестиционная игра. Вот. Ну, пипец. Я инвестировала, сейчас я прикуплю вот эти как бы постройки и все, буду заходить, собирать монеты. Вот, я не понимаю, здесь надо как-то играть. Вот. Это подземелье. И еще есть вот это скачки. Также можно играть. А если играть, можно профукать как бы свой доход. Я не пойду в эти игры. Как-то долго. Ну вот здесь я даже тоже я не знаю, как это тут все присоединиться, создать игру. Это как бы уже сами, если кому надо. Далее. Помощь. Идет часто задаваемые вопросы. Также можно это все ознакомиться. Это их email адрес. Здесь как бы контакты. Это все можно перевести и можно как начать. Зарегистрируйтесь. После дают бонус вот этих 10 монет. Завершите обучение и постройте здание хранилища. Это все, после чего вы абсолютно без вложений можете получать вот этот доход. Ну, плюс еще на просмотре сайтов и как бы зарабатывать, пробовать без вложений. Далее, что такое игра? Могу ли я бесплатно зарабатывать? Что такое за монета, как заработать? Ну и все такое. Да, как бы здесь все, как вот играть. Что такое система подземелья? Это все можно прочесть. Далее, и серфинг сайтов. Здесь пока одна реклама. Вчера одна была реклама. Я не просматривала. Вот. И как бы можно зарабатывать на серфинге. Одна рекламка, да, и дают 0.05 вот этих монет. Смотрите рекламные сайты, как бы можно зарабатывать после заработанных уже денежных средств, покупать за 10 монет постройки. Ну и также можно давать свою рекламку. Опускаемся ниже, вот здесь создать свою рекламу, да. Что здесь? Естественно, нужно прежде пополнить баланс. Значит, заголовок, реферальная ссылочка, цена за клик. Так, цель нажмите. Это 100 просмотров, значит, 15 секунд здесь как бы смотрите, сколько 15, 30, 45, да, секунд. Ну и создать объявление. Или обменяйте свой баланс на D-поинты. Можно обменять. Значит, и баннеры
и прям, в общем, баннеры, да. И вот здесь в баннерах, если вы решите присоединиться, да, особенно это касается YouTube блогеров, можно записать видео. Сейчас я вам покажу. Давай загружайся. Меня когда пригласили в игру, я сначала подумала, что это онлайн-казино. Не врубилась. Потом что-то... Думаю, дай-ка я гляну. Значит, и вот здесь баннеры видим. Да, вот такие красивые баннеры. Также реферальная ссылочка. И всевозможные баннеры. Если кому надо. Вот они. И даже ссылка на баннер. Опс. Видим, да? И смотрите вот здесь, друзья. Это для YouTube блогеров. Значит, награды промоутера. Снимите видеоролик продолжительностью не менее 2 минуты, рекламирующий наш сайт. И поделитесь им на видеоплатформе YouTube. Ваше имя пользователя должно появиться в видео. Вставьте ссылку на видео, которую вы взяли в поле. Ссылки на видео ниже. Вот сюда ее ставить. Ваше видео будет рассмотрено и одобрено в течение 48 часов. И награда составляет от 10 до 1000 вот этих монет. И добавят после проверки на баланс. Ваше видео должно быть связано с продвижением Ramplay. Просмотр видео должен составлять не менее 100 просмотров. Или на вашем канале должно быть не менее 100 подписчиков. Сюда будем вставлять ссылочку и предоставить на рассмотрение. Я, наверное, попытаюсь вот это вот сделать. А вот и повезет. Так, ну что. Панель приборов. Депозит показала. Вывод показала. Реферальная ссылка. В настройках обязательно прописать платежные реквизиты. Обзор тут такого и нет ничего. Вот. Опять сейчас будет загружаться. Вот. И сейчас купим вот эти здания. Вот когда без видео, то все как бы вроде как и не так и долго, да? Но так видео будет немножечко затянуто. Все вот, все тянет вот так вот. Как же это все долго. Вернусь я, наверное, назад, да? Сами уже посмотрите. Основные моменты я вам показала. Так, сейчас я... Ну, вкладочку. Так. Что еще здесь? Обзор подземелья, скачки, помощь, если надо. Часто задаваемые вопросы показала. Серфинг показала, как создать рекламку показала и баннеры показала. Давайте вернемся на панель приборов и прикупим здание.
Сейчас загрузится. Я, наверное, буду прикупать этот склад, да, что еще? Как-то долго. Так, давайте опустимся ниже. А новую я даже и не поняла, где я собрал. Видите, у меня как бы пошло все по новой. Что даже и непонятно. Это у меня $6.12. Ладно. Давайте обновить хранилище. Так. Один. Первый уровень. Кликаю обновить. Yes, видим, да, вот сюда. Да. Первый уровень, сейчас посмотрим. Обновим. Второй уровень у меня пошел. Видим, да? Сразу шкала ух. Когда? И оно не собирается. Я вот кликаю собрать. И оно и никак. Почему-то. Что у меня? Давайте баланс проверим. 51, 168. И 51, 168. Yes. Посмотрим, соберется или как. Ничего мне не собралось. Вот, а минимум 5 вот этих криптомонет нужно набрать. Понятно. Давайте еще. У меня второй уровень стал. Следующее. Апгрейд. Yes. Давай быстрее грузить. Угу. Значит, у меня стал третий уровень. Так. Опять. Но я уже буду здесь вот это все. Потому что здесь тоже 1%. Следующий покупаю. Поставлю на паузу и прикуплю. Тогда, наверное, я все монеты еще 3 раза я могу купить. Апгрейд. Yes. Тут побыстрее уже началось это все. Грузиться.
Еще два раза осталось. Пятый уровень. Yes. И последний. Семь уровней. Не буду на седьмом уровне. Как выходит? Сейчас посмотрим. Угу, одна монетка. Так видим, да? Да, седьмой уровень. Так выходит. Так, далее что? Сюда я теперь кликаю. И мне будет приносить 0,7 монет в день. Значит, и как вот наберется 5 монет минимум на... Сбор идет, значит, собрать 5 вот этих монет должно быть вот здесь. Видим, да? Сколько у меня? 0,09. И как бы 5 монет, когда здесь будет, идет себе сбор. Вот. Здесь что у нас? Здесь статистика. Значит, как бы ежедневно у меня 0,70 монет. Актив депозит 70 монет. Ну и вывода у меня, естественно, еще нет. Ну вот как-то так. Друзья, кому интересно, пробуйте, заходите. В Телеграме присоединюсь чуть попозже. Вот. Ну, не понравится, пройдите мимо. Как говорится, дело хозяйского. Хозяйская, я вам показала, где я работаю, где я зарабатываю или где я пытаюсь заработать. Ну а вы же думайте сами. Ну, естественно, по выводу будет отдельное видео. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!